Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас стихотворение, написанное в 2018 году. Оно называется «Расслоение мира». Мы идем к расслоению мира на добро, зло, на свет и на тьму, и пространство звучит, словно лира, не давая уснуть никому. В рассыпную бегут все процессы, и плывет небо радугой солнц. Я ж любви жду, как доброй принцессы в лабиринтах миров и оконц. Конец света для темных созданий, а для светлых грядет конец тьмы, тьма страстей и архивы желаний, свет творения вселенных умы. Тьма себя собирает, и семя уж готово для светлых богов. Скоро здесь остановится время для творения новых миров. И увижу я синие очи и в бескрайней предсмертной тоске окунусь в пустоту тихой ночи, утону в страстной бурной реке. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Расслоение мира.